Привет всем, с вами Александра и собачки. Сегодня мы будем делать на день расклад на пятницу, конец недели, на решение проблемы. Расклад будет из 4 карт. Первая – суть проблемы или конфликта. Вторая – что не в моих силах поменять. Третья – какие ресурсы я могу использовать, чтобы решить эту проблему. И четвертая – что нужно делать, в каком направлении работать сейчас. Я имею в виду завтра. Овны, суть проблемы. Недостаток открытости, стабильности. Что не в ваших силах поменять? Совсем не в ваших силах это поменять. Невозможно поменять прошлое, невозможно поменять память, невозможно поменять родительский дом. Какие ресурсы вы можете использовать? У вас выпадает большая аркана, любовь. У вас есть много ресурсов в вас внутри. У вас есть радость к жизни. У вас есть выбор. У вас есть душевная связь с людьми. Это нужно использовать. Что нужно делать или не делать для того, чтобы решить эту проблему? Вам карты советуют использовать силу императрицы, использовать силу природы, материнскую силу, ваше подсознание, интуицию для того, чтобы решить ваши проблемы. Они у вас глубокие силы, я имею в виду, не проблемы. Для тельцов, как решить проблему? Проблема в пятницу. Как ее решать? Суть проблемы. Возможно, вы держите свои чувства в заперти, не даете им выхода наружу. Что не в ваших силах поменять, тельцы, не в ваших силах поменять. Возможно, из-за этой неспособности высказаться откровенно. Это, возможно, приносит вам разочарование в жизни. Что вы можете использовать в своих лучших интересах? Какие ресурсы у вас есть? Что нужно делать и что не нужно? Ресурс в решении этой проблемы очень интересный. Перевернутый рыцарь чаш, он говорит об обманчивом человеке или об обмане. Я думаю, что здесь следует читать: «Притворитесь счастливым, и вы будете им. Действуйте как счастливый, и вы получите это». И совет тельцам, в каком направлении работать, чтобы решить проблему? И что нужно делать немедленно, это быть смелым, повернуться и быстро действовать или искать информацию, чтобы себе помочь самому. Близнецы, в чем заключается суть проблемы? Вы чрезмерно добры и помогаете другим людям, возможно, даже тем, которые недостойны вашей помощи. Что не в ваших силах поменять, вы не можете этого поменять. Карты говорят, что это не в ваших силах поменять весь мир и сделать успешными всех, даже тех людей, которые никогда успешными не будут. Какие у вас есть ресурсы для решения этой проблемы? Карты говорят, как ресурсы вы можете использовать контроль. Материальный контроль, может быть, регуляция материальных или помощи, или подаяний для контролирования этой ситуации. Что нужно делать сейчас, чтобы решить ее? Карты в самом деле говорят, немедленно нужно ограничить ресурсы, которые вы выделяете, или забрать какие-то вещи, которые вы уже, может быть, предоставили, какие-то услуги. Раки, в чем же суть проблемы? Карты говорят, возможно, суть проблемы – ваша мечтательность и невозможность посмотреть на реальную жизнь открытыми глазами. Что не в ваших силах поменять, что не в ваших силах, не можете вы этого поменять. Здесь интересно, карты говорят, что вы не можете повлиять на возврат старого друга почему-то. Какие ресурсы у вас есть, раки? Чем вы обладаете таким, что может помочь вам?
И в ресурсах, которыми вы обладаете, выпадает более странная карта. Это десятка мечей в прямом положении. Она говорит, что ваш ресурс — это возможность вынести то, что другие не могут вынести. Физический или умственный беспорядок, бурю. Что нужно делать прямо сейчас, чтобы разрешить эту проблему? И здесь вообще таинство в этой ситуации, потому что вам нужно делать немедленно, говорится, что вам нужно действовать неожиданно, может быть, даже предпринять неожиданное импульсивное путешествие или импульсивное поведение для того, чтобы разрешить проблему. Суть проблемы для львов или конфликта, если он есть. Карта говорит, что у львов проблема с тем, что они недостаточно активны. Это мой дог чихнул. Собака чихнула, извините. Это говорит о том, что проблема в том, что львы должны возвратиться к каждодневной жизни и событиям с возобновленной энергией и силой, и желанием. Что вы не можете изменить? Не в ваших силах это изменить. Подвешенный говорит о том, что львы не могут повлиять на упущенные возможности и не могут поменять на время, которое уже прошло. А эти ресурсы вы можете использовать для себя с пользой. Какие ресурсы у вас есть? Выпадает иерофант перевернутый. Неортодоксальные пути. Такие необычные, нестандартные пути вы должны использовать, карты говорят. Это то, что карты советуют вам делать в этом случае. Нужно остановить самообман и не предавать свои идеалы. Это то, что карты говорят. Дорогие девы, суть проблемы. У дев проблема в том, что они не могут никак принять решение. Они тянут резину. Это то, что не в ваших силах изменить. Не можете вы этого изменить. Карты говорят, что девы не в состоянии оставить свою гордость за работу, которую они выполняют. Эта карта показывает ресурсы, какие вы можете использовать. Девы могут использовать какие-то нестабильности, какие-то ресурсы, которые другие не могут использовать в своих целях. А эта карта говорит, что нужно делать прямо сейчас для разрешения этой проблемы. Здесь карты советуют перестать раздумывать и бросить то, что не работает, оставить его. Суть проблемы, перед которой стоят весы. Похоже, у весов проблема с ожиданием. Они очень нетерпеливы. Результаты своего труда они ждут, не могут дождаться. Что не в ваших силах изменить? Это невозможно. Повлиять на предвзятое отношение других людей к себе. Ничего здесь невозможно сделать. Какие ресурсы вы можете использовать в своих целях? А ресурсы, которые девы могут использовать, сильнейшие. Здесь выпадает колесница. Они могут предпринять путешествие в незнакомые места и просто так взять и уйти в неизвестность. Что нужно делать прямо сейчас? Это нужно делать прямо сейчас. И Таро советует учиться чему-то новому. Все время учиться чему-то новому. Суть проблемы для скорпионов не выглядит как проблема, но это есть проблема. В этот день проблемой будет казаться стабильность, брак, каждодневная жизнь. Что вы не можете изменить, не можете. Невозможность избавиться от своей способности видеть вещи насквозь, как они есть. Какие ресурсы, ваши ресурсы, что вы можете использовать? Хорошее планирование и серьезный совет от человека, которого они уважают,
поможет вам. Что нужно делать прямо сейчас? Что нужно делать, чтобы разрешить проблему? Карты советуют начать что-то новое, неизведанное для себя. Стрельцы, это ваша проблема, это суть вашей проблемы. Тут настоящая проблема. Нужно найти решение какой-то проблемы. Может быть, это легальное или конфликт с соседями. В любом случае, нужно его решить. Что не в силах изменить, вы не можете этого изменить. Не в ваших силах изменить неоправданные обвинения со стороны других людей, их самозначимость и уверенность, что они правы. Вы не можете на это подействовать. Какие у вас есть ресурсы для решения этой проблемы? Ресурсы здесь скудные. Карты говорят, вы можете рассчитывать только на себя. Тут понятно, что нужно делать прямо сейчас, чтобы разрешить эту проблему. И вам ничего не остается, как применить хитрость в этой ситуации. Здесь, похоже, любые методы хороши, чтобы защитить себя. Дорогие водолеи, в чем суть проблемы? Здесь проблема заключается в силе, в значимости, в авторитете. Он очень большой. И в возможности вынести все. Это проблема. Взвалив все на свои плечи. А вот это вы не в силах изменить. Не в ваших силах это. Ха-ха, невозможно поменять судьбу. Что написано на роду, в карме, то и получится. Не только вы, водолеи, не можете поменять это, но и многие другие знаки. Ресурсы, которые вы можете использовать в своих целях. И ваши ресурсы в противодействии той силе заключаются в откладывании событий, в создании препятствий, в отказе что-то еще делать дополнительное, несмотря на наличие силы. И что вам нужно делать прямо сейчас, чтобы разрешить эту проблему? Ресурсы, противоположные ресурсам, нужно перестать делать слишком качественную работу. Рыбы, какая проблема перед вами стоит сегодня в этот день? Проблема в том, рыбы, что вы создаете иллюзии, пускаете пыль в глаза или дым в лицо. Что вы не можете изменить? Это не в ваших силах изменить. Вы не в силах повлиять на свою артистичность, креативность, свободу мышления. Какие ресурсы у вас есть для решения проблемы? Как свой ресурс вы можете использовать быстрые действия и быстрое принятие решений. Также вы можете использовать какие-то новости в свою пользу. Что нужно делать прямо сейчас? Совет от Таро? Карты советуют, что вам нужно наконец-то взять и принять решение. И просто сделать выбор, долго не думая. И с вами была Александра и собачки. Всего хорошего. Пока-пока.